Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Ника Портнягина, и мы находимся на мероприятии, посвященном Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России. И с нами Дворкин Александр Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите поподробнее, чем вы занимаетесь? Я председатель Комитета продовольственной безопасности при Международном союзе экономистов. А какую идею вы здесь преследуете? Идея – это формация площадок России без посредников. А участвует ли ваше объединение в благотворительности? Да, конечно. Мы совсем недавно проводили мероприятие 1 числа. Привозили 400 деток из разных регионов нашей страны. Из них 25 было из города Донецка. Праздник проходил в Международном центре торговли. Праздник удался, все остались довольны. Это самое главное. А расскажите поподробнее о вашем объединении. Наше объединение, это союз экономистов, да, людей, которые неравнодушны к тому, что происходит с экономикой нашей страны. Мы боремся для того, чтобы, конечно, ценообразование в нашей стране выравнивалось и было как можно меньше посредников в цепочках от производителя к продавцу. И, конечно же, чтобы потребители не страдали от неправильного ценообразования в нашей стране. Собственно говоря, вот ключи, замки, которые мы открываем. Скажите, какие у вас есть советы для начинающих предпринимателей? С чего нужно начинать? Самое главное — не бояться. Побольше огонька в глазах, все чего-то начинают. У нас сейчас много талантов, которые не боятся абсолютно начинать бизнес. Это не может не радовать. Ведь предпринимательство – это то, что кормит нашу страну. А ваши дальнейшие проекты какие на ближайшее время? Я думаю, что в ближайшее время мы займемся развитием сельского хозяйства. Есть некие проекты по возведению теплиц в Краснодарском крае. Есть куда развиваться. То есть, я так понимаю, вы раскрываете тему импортозамещения? Конечно, не зря у нас Комитет продовольственной безопасности. Мы от ценообразования до импортозамещения. У нас очень большая формация и список действий, которые мы предпринимаем для того, чтобы наладить заткнуть все дыры, которые мешают нашей экономике развиваться. Спасибо большое за интервью. Мы желаем вам, конечно же, свершения ваших планов и всего самого лучшего. Спасибо, всего доброго, до свидания.